И вы на канале Мария Кэт, и с вами я, Кэнди. И на нашем канале Мария Кэт мы хотим открыть конкурс. Да-да. Всем спасибо, кто меня смотрел, кто меня смотрит, кто пишет хорошие комментарии, кто ставит лайки, кто меня поддерживает. Это реально приятно. Я вас очень люблю. Я уже сказала, мы открываем конкурс. И давайте же я вам уже расскажу правила. Первое, вы должны быть подписчиком моего канала. Второе. Вы должны поставить лайк под этим видео, чтобы я примерно знала, во сколько человек будет участвовать. Третье. Завтра у меня стрим с 14.00 до 16.00. У нас будет регистрация. Да, забыла. То есть я устрою стримчик либо в... Ну, в общем, я могу в любое время из этих двух часов устроить. Могу в 14.00, могу в 15.30, то есть без разницы. И то есть в 4, ну, у меня уже будет стрим, он может уже даже закончиться, но это не точно. Точное время, к сожалению, я не знаю. И вот, то есть вы, я вам даю число, кто придет первый, ему циферка 1, кто придет второй, ему циферка 2. Я пишу ваши имена. То есть это все будет приходить с вами, то, что вы мне не писали, ты жульничала. Вот. И я просто потрясу коробочку, и три счастливчика, к ним поедут пэты. Важно, где вы живете. Да, кто выиграет, пожалуйста, и хотелось бы то, что вы бы сняли видео, как вы получаете этих пэтов. А вот есть такая возможность, то, пожалуйста, будьте добры. И давайте же посмотрим на наши призы. Место это вот кошечка из новой коллекции. Кстати, я себе приобрела такую же. Сейчас я вам покажу все призы, и давайте посмотрим, что там будет внутри. Как это будет выглядеть. Второе место это вот этот тигренок. Очень классный, мне самому он очень нравится. Ну а третье место, вот такие вот котятки, кстати, мне такие же, для третьего места это даже не очень-то и плохо, это вообще очень хорошо, вот такие вот котятки. Так, давайте же уже распаковываем. Мне самому безумно интересно, я очень хотела эту кошечку, давайте рассмотрим нашу полочку, это пэт из новой коллекции. Так, вот смотрите, он, так скажем, на бирюзовом фоне. Тут разные драгоценности. К примеру, корона, ожерелье, всякие изумрудики, камушки, конечно же, драгоценные. Надпись Pet Shop, Little's Pet Shop. То есть серия 1. Тут у нас Hasbro значок. И как зовут пэтиков, и их длина, наверное. Так, точно я не знаю, поэтому не судите. Вот, задняя упаковочка сделана не менее красиво. Потому что, смотрите, какое тут изображение прям реально красиво. Вот я прям не могу передать. Тут все на фоне таком красивом. Такая кошечка. Видно то, что у нас кошечка идет маленькая, которую можно посадить на хвостик большой. Есть корона, есть также расчесочка и маленькая креселка. Тут у нас разная информация, может не обращать на нее внимания. Совушка есть такой, не знаю кто. Такой вот петушок, лабрадор. Кстати, он там был. Вот, и такой зайчик. Где же быстрее открывать? Так. Да, тут даже на почте что-то похоже. Да-да. Так. Вау, какая красота. Я с нее сняла вот эту, не знаю, шнуровку, эту резинку. Ну, это даже не резинка. Ну ладно, давайте на нее забьем. Это мусор, он нам не нужен. Нам главное, что внутри. Так, красиво. Нам оттуда, господи. Она такая красивая. Вау, матушка. Смотрите, какая кошка классная. Так, у нас корона там, она забыла свою корону. Как ей без короны? Какая классная корона. Кстати, можно даже, мне кажется, на настоящую ходить. Надо попробовать. Смотрите. Ну, ей, конечно, не очень удобно управлять короной, но я думаю, реально классный пэт. Мне кажется, многим так понравится. Господи, не падай. Дальше у нас такая расчёсочка. Я сам. Такой котёнок, которого я еле распаковала. Он очень махенький. Очень маленький, в общем. И давайте попробуем посадить ей на хвостик этого котёночка. Она такая красивая, вот не поверите, не передать словами её красоту. Что ты, куда ты, котёнок? Ей, мне кажется, мешает хвостик. А, хотя нет. Вроде все нормик. Она так сидит, господи. А, смотрите, можно типа... Это кресло для котенка, конечно, я как уже поняла, поэтому туда, к сожалению, не посадишь. Можно как будто это сестра. В общем, это ваше уже распределение, можно... Типа она ее причесывает, это очень классно. Вы увидели призы, вы услышали правила, и думаю, что все. Я вас во всех верю. Надеюсь, почти каждый поучаствует, и все, пока-пока.